Самое важное – это безопасность детей, особенно на дороге. В столице региона прошло выездное мероприятие контрольного комитета городской думы, комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, туризму, физической культуре и спорту. Поговорили о безопасности детей на пути к образовательным учреждениям. Подробности в нашем сюжете. С заботой о безопасности детей. В Самаре прошло выездное мероприятие контрольного комитета городской думы, комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, туризму, физической культуре и спорту. Депутаты и представители профильных департаментов проверили, насколько безопасен путь детей к школам. Каждое образовательное учреждение имеет на начало учебного года план, территорию безопасного маршрута детей. Вот согласно этой территории, как говорится, да, так сказать, и необходимо выйти с предложениями. То есть на каких участках, в каком объеме нужно ограждение, какие знаки. Сами своими глазами посмотреть, оценить обстановку и дальше уже предпринимать шаги для того, чтобы обеспечить безопасность. Члены комитета побывали в 5 школах, у каждой свои проблемные зоны. Где-то необходимо сделать пешеходный переход, где-то подход к светофору, а где-то установить ограждение. Ничего не стоит беды для ребенка. И никому этого никогда не пожелаешь. Потому что это очень важно, чтобы дети были в безопасности. Это самое главное в нашей жизни. Представители Думы отметили, что при формировании бюджета на следующие годы такие вопросы будут рассматривать как первоочередные. Андрей Бессонов, Полина Чулюкова, Сергей Баскин. События.